Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Peugeot Traveler. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. На полу в салоне, видите, такие полосы вибропласта присутствуют, небольшие. Ну а все остальное, можно сказать, голый металл. Задние арки, крылья. Ни единого пуска, ни шума, ни виброизоляции нет. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Крыша, также видите, голый металл. И по дверям таких небольших несколько кусков вибропласта. Сейчас готовим поверхности, приступаем исправлять. Я заканчиваю клеить вибропласт на Traveler на автомобиле. Проклеим на пол в салоне. У нас передняя часть. Также обработана крыша. Двери нанесли первым слоем вибропласта. Толщина его 3 миллиметра. Задняя часть полуобработана. Задние арки и крылья. Продолжаем работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Peugeot Traveler. Проклеена с мембранной шумоизоляцией пол в салоне. Задние арки. Используем блокшот. Толщина его 7 миллиметров. Также мембранной шумоизоляцией обработали крышу. Используем Skyline 7 мм. Задние крылья. Обработали шумопоглотителем. Это у нас Expert. Толщина его 15 мм. Мембранную шумоизоляцию нанесли вторым слоем. В дверях. Интегра 6 миллиметров толщина. Третий слой не успел вам показать. Используем мы вибропласт 2 миллиметра толщина. Четвертый слой в дверях, который мы клеим, мы нанесли на дверные обшивки. Также у вас Эксперт 15 миллиметров. Собираем салон, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.